Приветствую вас, с вами Наталья. Сегодня у меня выпечка. Готовить я буду вкусные слойки из готового слоеного дрожжевого теста. Можно использовать обычное слоеное тесто. Также мне потребуется творог, варенье и совсем немного крахмала, кукурузного или картофельного. Варенье у меня вишнево-банановое. Рецепт такого варенья есть на моем видеоканале. Вы можете посмотреть его по ссылке в конце этого фильма. Вместо варенья вы можете взять любые ягоды, фрукты, в том числе и замороженные. Только тогда добавляйте немного сахара по вкусу. Тесто достаем из упаковки, выкладываем его на стол или на поднос, прикрываем пленкой, чтобы оно не заветривалось, и даем ему полностью разморозиться. Варенье отбрасываю на сито, чтобы стекла лишняя жидкость. Добавляю немного крахмала. Крахмал нужен для того, чтобы во время выпечки не выделялся сок и не промокло тесто. Итак, тесто у нас растаяло. Можно делать заготовки. Сначала я разделю тесто на одинаковые квадраты. Получилось 8 квадратов. Теперь каждый квадрат я буду раскатывать в небольшой прямоугольник. В одной части прямоугольника делаем ножом вот такие надрезы. Затем на половину теста я выкладываю творог небольшим слоем. Если творог у вас влажный, то тесто лучше припудрить мукой или крахмалом. Сахар в творог я не добавляю, поскольку сверху я буду добавлять варенье. Вот таким образом. Теперь берем вторую половинку и накрываем нашу слойку. Тщательно склеиваем края вилкой, чтобы тесто у нас не расклеилось. Выкладываем слойки на противень, застеленный бумагой для выпечки. Смазываем взболтанным яйцом. Выпекать в разогретой духовке, температура 220 градусов, 15-20 минут. Охлажденные слойки посыпаем сахарной пудрой. Выпечка очень мягкая и хрустящая. Такие слойки можно готовить с разными начинками и всегда будет очень вкусно. Этот рецепт меня выручает всегда, особенно когда нет времени, а хочется чего-нибудь сладенького. И особенно, когда гости на пороге. Дорогие друзья, понравился этот рецепт? Поставьте, пожалуйста, лайк. Подписывайтесь на мой видеоканал. С вами была Наталья. До скорых встреч!